Они строят игрушечный дом в своем втором новом доме. Так, пристройку к детскому саду теперь смогут называть 80 малышей. На столько мест рассчитан новый корпус детсада номер 28 на Бытхе. Тут на самом деле отдельно стоящее самостоятельное здание, большое, просторное. Рассчитано на 80 мест, но готовы мы, конечно, принять больше деток, чтобы каким-то образом уменьшить общегородскую очередь. Открытие нового корпуса детского сада стало большим событием для всего микрорайона, особенно для самых юных жителей Бытхи и их родителей. Евгения Головнина и сама много лет назад ходила в 28-й детский сад. Теперь очередь маленькой Яны. Сегодня Евгения радуется, ребенок будет воспитываться в прекрасных условиях. С декабря месяца ждали мы. Наконец-таки открылся долгожданный садик. Очень рады. Пристройку к детсаду возвели всего за один год. Обустроили территорию, разбили клумбы. Анатолий Пахомов, который приехал на открытие поздравить малышей с новосельем, благодарит строителей. По его просьбе подрядчики параллельно привели в порядок и фасад главного здания, построенного еще в 80-м. Символическую красную ленту на новом здании Анатолий Пахомов перерезает вместе с новыми хозяевами корпуса. Вместе давай. А вы держите. Вот так. Так, давай, не-не, сейчас еще вот так вот будет. Держи. Такие дополнительные корпуса, построенные за 5 лет, дали городу более 2000 мест для малышей. Для сравнения, рассказывает Анатолий Пахомов, в 90-е было создано всего 4000 мест. Это действительно еще раз подчеркивает то, что в городе Сочи мы сегодня правильно ведем социальную политику. Мы постоянно занимаемся улучшением качества жизни людей, а результатом является увеличение количества деторождаемости. С 2009 года количество родов увеличилось в 4 раза. Это хороший показатель. 12 новых детских садов, 11 пристроек и капитальный ремонт в 4 уже существующих. Таковы планы местных властей на ближайшие 2 года. Таким образом, уже к началу 2017-го в Сочи должны забыть, что такое очередь в детские сады. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.